Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Механ, и сегодня мы будем проходить миссию «Гонка». В начале миссии необходимо сделать быстрый старт. Делается он просто. Вам нужно нажать клавишу движения вперед, как только закончится отчет времени. В данном прохождении я выбрал нестандартную тактику, что позволило мне сократить большое количество расстояния и выиграть много времени. Все, что вам нужно дальше, это рулить снегоходом и двигаться. Во время финального спуска старайтесь маневрировать между деревьями, чтобы не врезаться в одно из них, либо не вылететь с трассы. Пролетаем над пропастью и двигаемся на завершение миссии. Новый рекорд. Отличная работа. Миссия завершена на уровне сложности ветеран. С вами был Механ Ахиллес. Пока!